Всем доброе утро. У нас сегодня утро началось рано, в 7 утра. Мы вышли на террасу и завтракаем. Мы собрали все вещи зимние, которые нам не нужны будут в поездке. И вот сейчас ждем такси, поедем, мы сдадим сторож. Лифт. Тут у нас уже лежат наши вещи с квартиры, с апартмента. Вот мы сюда же это все хотим догрузить. Здесь пакет с зимними вещами, подарки. Вон халатик. А здесь тарелки с зимними вещами, ноутбук. Нам это не понадобится эти несколько дней в другой стране. Down on the left, on the right. Короче, здесь вот такие замки с кодом висят. Вот сейчас Ричи откроет. Вот наберет. О, смотрите, что тут у нас. Наши вещи. У нас тут диван, телевизоры. То, что было нашего. Апартменте. Вот мы тут достаем наши маски для снорклинга. Они тоже у нас были в сторидже, они сейчас нам пригодятся в поездке. И вот эта штучка для телефона, чтобы снимать под водой. Что? Комаров тоже нам пригодится. Там пригодится нам, куда мы поедем. Нужное взяли. Ненужные оставили. Сейчас закроем и поедем обратно в отель. Будем собираться. Sometimes I'm pleased with myself. Мы рядом с аэропортом, поэтому вот здесь вот самолеты так низко летают. Сейчас заказываем такси и едем. Ну вот мы уже приехали в номер. Сейчас Ричи поехал на встречу, он там же и пообедает. А мне заказал пасту. Вот моя паста. Поэтому я сейчас поем и пойду в бассейн наш, который на крыше вам вчера показывала. Так, мы идем с вами в бассейн. Так, нам нужно вот это. И прикладываем карточку. Все, собралась в бассейн. Ричи сказал, что он сейчас там что-то заделает еще и потом приедет присоединиться. Поэтому пока иду одна. Вот, намазалась кремом, кокосиком. Пахну. Иду купаться. Да, здесь, конечно, много занятых мест, но я нашла местечко и вот лежу, отдыхаю. Вода такая теплая, теплая. Вот сам бассейн. Вот такой тут вечер. А на самом деле здесь вот что. Вот
уходим, нам надо собираться сейчас. Вот мы приближаемся к Чайна-тауну, здесь вот китайские фонарики горят. Вот эти деревья опять наряжены, там все мигает, сияет. Мы пошли по этой главной улице, и здесь смотрите, сколько народу, здесь тут же сразу кафешки, здесь люди сидят, празднуют, просто не протолкнуться. Вон, видите, что творится. Тут вот концерт какой-то, кому за 40. И вот здесь тоже. Короче, на любую, вот мы сейчас свернули налево, и здесь тоже, вот видите, сколько народу, все сидят в кафешках, празднуют. Все занято. О, вау, вот, смотрите, какие тут все кучи всяких разных новогодних китайских штучек, все такое красненькое. Это перчики. Ничего, интересно, что означает. А вот смотрите, китайские наряды разные. Там пошел дождь на улице, мы зашли под крышу. Вот такой рыночек, чтобы не намокнуть, мы вот зашли. Вот здесь, видите, какие китайские костюмчики. Вот смотрите, какие ресторанчики. Прям в китайском таком стиле. Тут написано аутентичные маньчжурская кухня. И вот тоже интересное такое китайское местечко. Ну вот и все, возвращаемся в наш отель. Он тоже, вот смотрите, какой украшенный, нарядный весь. И на входе тоже вот такие деревья украшенные стоят.